Библия говорит. Дорогие наши друзья, передача Библия говорит. Уже записано почти 2000 выпусков с ответами на ваши вопросы о Боге, Иисусе Христе, христианском образе жизни. С 2008 года наш YouTube-канал вырос до 200 тысяч подписчиков. Наши передачи выходят ежедневно. Ежедневно мы получаем десятки писем, на которые даем ответы в передаче Библия говорит. Мы не перестаем благодарить Бога за ваше доброе свидетельство о том, как полезны для вас материалы международного служения Слова Благодати. Раз в год мы обращаемся к вам с просьбой о материальной поддержке этого служения. Мы удивляемся, как много жертвенных пользователей вас, наши дорогие, кто готов поддерживать это служение материально. Ваши средства мы используем, чтобы покрывать расходы на производство материалов и развитие технического оборудования, поддержки специалистов, а также издательство книги и библейского института, который, кстати, продолжает действовать не только в интернете, но и в странах бывшего Советского Союза. Я, Николай Пастухов, ведущий передачи «Библия говорит», прошу вас поддержать этот проект материально. Вы можете это сделать на сайте slowmedia.org, а также через приложение Слово. Ссылка точная будет под этим видео. Вы можете также подробно ознакомиться со всеми способами поддержки. Ну а если у вас останутся вопросы, напишите нам сообщение или позвоните по телефону в США плюс 1 360 977 2182. Вы можете для этого использовать Telegram, WhatsApp или Viber. Драгоценные. Станьте частью этого служения через материальную поддержку. А я благодарен Богу за каждого из вас, за расположение вашего сердца участвовать в этом служении. Спасибо вам, и да благословит вас Господь. Драгоценное спасибо, что вы сегодня с нами. Если вы впервые, то поставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить ни один новый выпуск. Алексей Алексеевич, вопрос. Наталья пишет. Есть ли в христианстве такое понятие, как темперамент? Библия ясно говорит, каким должен быть христианин. Кротким, смиренным духом. Сдержанным в эмоциях, словах. Не раздражаться, не быть гордым и тому подобное. Но в моем окружении есть множество верующих людей, лидеров духовных, которые допускают в своей жизни недопустимые слова, выражения, поступки и говорят, мы же не религиозные люди, мы свободные во Христе, есть личность, есть характер импульсивный. Допустимо ли разговаривать грубо, оправдывать это темпераментом? Каким должен быть христианин, учитывая, что все мы разные по характеру и воспитаны в разных условиях? Спасибо, очень хороший вопрос, и он помогает нам увидеть сложность, с одной стороны, и, с другой стороны, богатство Христового процесса, который называется освящением или уподоблением в образ Иисуса Христа. Когда Бог спасает человека, Он спасает его исключительно по благодати, не основываясь на каких-либо человеческих заслугах. Об этом написано много в послании к Ефесянам, 2 глава, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и не от вас Божий дар». 1 Коринфянам, 1 глава, сказано, что Бог создал спасение таким образом, для того, чтобы никто не хвалился, и хвалящийся хвались с Господом написано. То есть мы можем хвалиться только им. То есть мы такие, как есть, люди, поврежденные грехом. Мы спасены по инициативе Божьей, по благодати, которую Он простирает к нам. И это касается людей с любым прошлым, с любым характером, с любым тем, темпераментом. Апостол Павел пишет о себе: 15 глава 1 Коринфянам, он говорит: а потом явился и мне как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов, и я не достоин называться апостолом, потому что я гнал церковь. Он описывает себя, свое, свое прошлое, вот то, какой он был. Но после того, когда мы спасены, начинается процесс освящения. И об этом говорится практически в каждом послании. Есть послание, часть, которая представляет нам Евангелие, основу спасения. И в каждом послании есть вторая часть, которая говорит о том, как Евангелие действует в нашей жизни. И вот здесь, когда мы говорим о действии Евангелия, оно касается всех людей, но оно будет выражаться немножко по-разному в каждом человеке. И вот в каком смысле: образ Иисуса Христа, в который нам нужно преображаться, один. И поэтому, когда кто-то говорит, можно ли оправдывать чем-то, нельзя оправдывать ничем. Потому что. Не существует измененного образа Христа. Вот Дух Святой, если это человек верующий, независимо от того, кем он был в прошлом, Дух Святой будет производить, будет воздействовать на этого человека так, чтобы произвести в нем характер Христа. Вот почему написано плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость милосердие, благость, воздержание. То есть все эти качества Святого Духа и не написано, а у некоторых невоздержанность, потому что у них темперамент такой. Нет, Дух Святой производит всегда один и тот же плод во всех людях, и там нет каких-то разновидностей. Но есть одна особенность. Когда мы говорим о действии Духа Святого в сердце каждого конкретного человека, мы имеем дело с разного рода повреждениями, которые грех нанес каждому конкретному человеку. Мы все пережили действия первородного греха. Мы все пережили греховные действия людей вокруг нас. Что это значит? Это значит, у нас у каждого человека своя генетика. И эта генетика делает одного человека замкнутым, другого открытым, а третьего быстрее реагирующим. И это то, что люди называют темпераментом. Кроме того, все мы еще, кроме нашей генетики, пережили определенную среду или воздействие среды, в которой мы выросли. Например, в какой-то семье человек рос, и там на вызовы, на какое-то какое нападение, какую-то агрессию родители реагировали спокойно. И они воспитывали эту культуру спокойной реакции на атаки, на вызовы. Способность противостать, способность иметь и сбалансированный респанс или ответ на эти все вещи. А в других семьях, даже на видимость атаки, не на саму атаку, а на видимость нападения уже были эмоциональные реакции, раздраженные реакции. Человек, который вырос в этой семье, он будет иметь склонность к подобным реакциям намного большую, чем человек, который вырос в другой семье. Это разное проявление всеобщей благодати или common grace. Опять-таки, мы не говорим о том, что вот Первые люди плохие, вторые люди хорошие, и те, и те повреждены грехом. То есть это только эти повреждения в разных формах выражаются. Теперь, когда мы говорим о том, что человек, который э, такой быстрый на реакции, и он вырос в такой семье, где у него сложился такой темперамент. Это не говорит о том, что он может оправдывать своим темпераментом греховные действия свои. Ему будет труднее бороться с этим, это точно. Ему нужно больше усилий, ему нужно больше внимания к этой сфере, это точно. И возможно, что нам, когда мы вокруг таких людей, нужно больше терпения и помощи этим людям, это точно. Но это ни в коем случае не может быть оправданием. Потому что в данном случае мы оправдываем грех, мы оправдываем то, что противно Христу. Вот таким образом мы должны формировать наше отношение к таким людям. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, дорогие, оставайтесь с нами. Впереди вас ожидает еще много интересных, благословенных передач. На сегодня все. Благослови вас Бог.